Serdecznie zapraszam na Ruski Urok. W tym odcinku będziemy się uczyć opowiadać o swoich hobby i zainteresowaniach. Do tego będziemy potrzebować kilka czasowników. Pierwszym z nich jest czasownik interesowaться, czyli interesować się. Interesowаться. Jest to czasownik zwrotny. Na końcu widzimy przyrostek ся. Interesowаться. Ся piszemy zawsze razem z czasownikiem. Odmieńmy ten czasownik. Ja interesуюсь, ty interesujesz się, on, ona, оно interesуется. My interesujemся, вы interesujecieсь, они interesуются. Kolejnym czasownikiem jest czasownik uwlikаться, czyli pasjonować się. To też jest czasownik zwrotny. Ja uwlikаюсь, ty uwlikаешься, on, она, оно увлекается. My uwlikаемся, вы увлекаетесь, они увлекаются. Jeszcze będzie potrzebny nam czasownik любить, czyli lubić, kochać, coś robić. Odmieńmy go. Любить. Ja люблю, ty любишь, он, она, оно любит. Мы любим, вы любите, они любят. А teraz zapraszam do obejrzenia dialogu. Привет, Аня! Привет! Чем ты интересуешься? Я интересуюсь спортом. А каким спортом ты увлекаешься? Я интересуюсь теннисом. А ты умеешь играть в теннис? Да. Я занимаюсь теннисом в спортивном клубе. Да, это интересно. Да, у нас тренировки 2 раза в неделю. Это хорошо. А ты чем интересуешься? Я интересуюсь музыкой. Какую музыку ты любишь слушать? Я люблю рок-музыку. А ты умеешь играть на музыкальном инструменте? Да, я умею играть на гитаре. Молодец. Молодой человек, а чем ты интересуешься? Я интересуюсь компьютерными играми. А какая твоя любимая игра? Моя любимая игра – это World of Tanks. О, это интересно! Увлекаться, интересоваться чем? Например, музыкой, компьютерными играми, кино, спортом. До побачення в наступному відео.